Перекресток мира не просто экономический расчет, это гораздо более комплексный проект, заявил Никол Пашинян. Правительство Армении в ежедневном режиме работает над возвращением армянских пленных, заявил Пашинян. Думаю, что всегда нужно смотреть на предыдущий опыт и на опыт соседей. Захарова о доверии к Западу. Очень не хочется, чтобы народ Армении опять обманули западные друзья, заявила Мария Захарова. Соединенным Штатам, среди прочих, следует также поддержать этнических армян, заявил Блинкен. Службы ЕС продолжают внимательно следить за ситуацией на местах и предостерегают от любой дальнейшей эскалации, в том числе против территории Армении, заявил Боррель. Азербайджан не хочет войны с Арменией, в этом отношении должны быть гарантии, заявил Алиев. Официальный Баку обвинил Жозепа Борреля в открытой предвзятости к Азербайджану. «Мы никогда не говорили, что не собираемся продолжать взаимодействие с Азербайджаном», заявил Миллер.